сіз шығыңыз, балаңыздың жағдайы нормально деп айттым деп мен шығарып жібердім. Жительница поселка Карасу Сайрамского района Гульзира Сармурзаева недовольна работой местного травматолога. По словам женщины, халатность врача обернулась тяжелыми последствиями для ее 4-летнего сына. Балам идет через один абайсыда клап кетіп, басынан ауыр жарахат алған болатын. Мой сын выпал из окна. Когда я обратилась за помощью к нашему районному травматологу Тажиеву, рассказав, что ребенок постоянно плачет и жалуется на головные боли, он сказал, что так и должно быть после сотрясения головного мозга. В течение 3 дней я просила у него направление на рентген, но он не давал, и у сына пошли осложнения. Если бы он вовремя дал направление, тяжелых последствий могло бы не быть. По словам женщины, в результате травмы у ребенка образовалась гематома, ему пришлось сделать тяжелую операцию. Теперь Гульзира Сармурзаева просит наказать некомпетентного врача. Начальник управления здравоохранения Жумагали Исмаилов пообещал во всем разобраться и заверил, что в случае виновности травматолога он будет привлечен к ответственности. Ваша жалоба будет рассмотрена. Мы пригласим независимых специалистов, которые проверят все изложенные вами факты. Если его виновность будет доказана, мы передадим дело в правоохранительные органы. С подобными жалобами обратились и еще несколько жителей других районов области. Начальник областного управления пообещал подробно рассмотреть все заявления и в ближайшие дни дать на них ответ. Данияр Худайбергенов, Амантай Уэльбеков, Ербол Макашев, информационная служба телекомпании «Отрар».